Так, ну что, девочки, короче, собачка вон там была привязана, она убежала. Она убежала. Так, вот тут все. Тут все в поносе. Это очень похоже на энтерит. Ну что, зайка, поедем? Поедем в больничку? Поедем? Чешунишка, кто ты у нас? Кто это у нас? Девочка у нас. Да? Все, поедем. Все, поехали. Девочки, вот. Это девочка. И там, ну слушайте, я зашла на рынок, да, мне же за шашлыком, за овощами, это же люди приедут в воскресенье. Как, хоть покушать, посидеть с людьми, а не с собаками. Ну слушайте, я захожу, то есть собачку отвязали, она убежала. И вот там, где я смотрю, пусто, да, а голову поворачиваю, сбоку она лежит. И там вот лужи такие поноса, понимаете? Вот, так что едем мы в клинику, ко мне нельзя, что у меня же там вспышка энтерита и места нет. Поэтому едем мы в клинику. Это девочка. Там пупочная грыжа на животе. Ну и попа такая вся. Почему? Ну что выкинул такую крышету? Такую маленькую крышету. Ну кто это выкинул? Сейчас идем. Идем делать тест на энтерит. Обязательно. Анализ обязательно. Да, солнышко? Консервочки привезу тебе. Ну? Да? Ты такой маленький. Ты такой зайка. Крышетулька. Маленькая-маленькая что-то, девочки. Такое что-то. Потому что мама маленькая. Сама. Которая убежала. Маленькая-маленькая. Кило 700 весит. На мишку похоже. Такая же пушистая, как мишка. Да. Жайка. Лапки белые. И пупочная грыжа вот такая. Вот тоже. Там девочка маленькая. Девочки отрицательно на энтерит. Слава богу. Да? Малышечка, да? Жайка. Отрицательно, слава богу. Я приеду завтра. Все, у меня там гости. Все, давай. Все, все. Боже мой, у него чуть-чуть колеса. Девочки, смотрите, как Леша-то. Ты такой солнышко холёсое, да? Да. Зайка. Ой, все. Ты завтра будешь ее мыть, да? Все, завтра будем мыться. Да.
Все? Да все. Такая красивая, малюсенькая. Такое солнышко, да. Зайка. Зуза? Красивая. Ну, маленькая вообще. Черничка, покажись. Ай, солнышко. Ай, Галюся. Ай, Зузик. Ну, какая девочка чудная, да. Черничка? Солнышко. Солнышко. Надо от клещей еще, Янчик. Ну тут бровек-то, а тут будем на рассимпарик. Маленькая. Да? Ты красивый такой. Жужик. Жужик. Красотулька. Сейчас, сейчас пойдете. Сейчас пойдете в комнату. Сейчас. Вот это. Ну такая красивенькая. Да, девчонки. Девчонки, да. Сейчас Жужик тебя пофоткаю. Сейчас, сейчас. Красотулька. Вот так вроде играются, видишь, хорошо. Да. Ну. Пеленки, да. Я Мухиным не стелю, потому что рвут вообще. Так, а давай я ветошь тогда привезу какую-то. Ну, я, у меня есть ветошь, но девчонки еще передадут. У тебя шлепки классные. Это я привезу, я мои в хлам вообще, поэтому я не стелю. Котятам нормально пеленки, а щенкам, собачкам это... Смотри, тикати. Так, идемте пофоткаемся, да? Сейчас, ага, да-да-да. Жужик, Жужика стерилизация завтра. Жужик, гулять, Жужик. Сейчас, сейчас.